Представители Калмыкии защитили проекты по программе «Современные технологии управления в социальной сфере». В ходе процедуры защиты участники презентовали 11 программ, направленных на решение острых проблем социальных сфер. Слушатели из Калмыкии представили проектные инициативы, направленные на системное развитие и внедрение креативных индустрий и индустрии гостеприимства в городах и районах республики. Прошли обучение, которое состоялось из 4 модулей. Проходили мы обучение в Поволжском институте управления филиала РАНХИКС города Саратов. И наша делегация Республики Калмыкия достойно представили 2 проекта, которые отметили эксперты в городе Саратов. Первый проект – это «Креативная Калмыкия», и второй проект связан с темой туризма. Тема нашей проектной работы – это было развитие индустрии гостеприимства. За счет нее реализация социально-экономического потенциала региона. Вкратце, суть программы такая, что улучшить социально-экономическое положение в регионе за счет развития, в том числе и туристической области.